11-й театральный фестиваль «Лицедеи-2017» стартует 18 марта. По традиции он проходит в преддверии Международного дня театра. Всего в рамках фестиваля разыгрывается 11 номинаций, на которые претендуют 7 театральных коллективов региона. В конкурсе с каждым годом появляются все новые и новые коллективы театральные. В этом году мы встречаем и благословляем на конкурс «Молодежный театр», новое такое как бы вот театральное общество, и арт-группу «Живой театр». Первым руководит Алексей Вольный, наш актер, и вторым тоже наш актер Виталий Злобин. Они выступают с очень интересными проектами, разными. Один играет классический, как бы зарубежный спектакль «Трактирщицу Гальдони». А Злобин Виталий взял для первой такой постановки «Собаки» Сергеенко. Тоже интересный музыкальный спектакль, где актеры будут петь и разыгрывать сюжет. Театральный форум проходит при поддержке губернатора региона Сергея Ивановича Морозова. Именно он 11 лет назад учредил свою главную премию «Продвижение театрального искусства в муниципалитетах региона». Как сказала на встрече с журналистами директор Ульяновского драматического театра Наталья Никонорова, в 2017 году главную театральную премию выиграл Димитровградский драматический театр имени Островского. 24 марта ульяновский зритель увидит ироничный и искрометный спектакль этого театра «Лысая певица» по пьесе абсурдиста Эжена Ионеско, которую поставил главный режиссер театра Олег Александров. Самое главное, это к чему призывает вас и театр абсурда, это безусловно считывать и понимать театральный язык и безусловно не задумываться над тем, что происходит, поскольку как бы нами руководит не только сознание, но и подсознание. И вот сознание нужно отправить в командировку и остаться наедине с подсознанием. Куда вот это все это выведем, вот туда и направлена эта дорога. А мы постараемся как бы эту дорогу услать розами и благовуханиями, если получится. Фестивальные афиши этого года – гости из Санкт-Петербурга и Москвы. 21 марта Санкт-Петербургский драматический театр на Литейном представит на сцене Ульяновского драматического театра спектакль по пьесе Матея Вишника «Требуется старый клоун» в постановке главного режиссера Сергея Морозова. Он же является художественным руководителем Ульяновского театра. 27 марта в рамках проекта «Встречи для талантливых зрителей» будет организован концерт импровизации заслуженного артиста России Эвклида Кюрдизиса «Для тебя». Победители получат традиционную статуэтку «Орликина», которую изготовила гончарная мастерская «Керамос». «Лицедеи-2017» откроется на сцене Ульяновского театра кукол имени народной артистки СССР Валентины Леонтьевой. Коллектив учреждения культуры представит спектакль заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» Владимира Бирюкова «Зачарованный вепрь». Организаторы фестиваля приглашают всех ульяновцев и гостей города насладиться театральным искусством. Ирина Антонова, Данил Сурков, новости «Ульяновской правды».